За святую Русь помолюсь. Так, наступило время. Мы продолжаем нашу бесконечную серию. 136-й вебинар, 4-й год. Мы с вами, друзья, заметили, что о богословской теме, о богоискательстве не было ни слова сказано в объявлении. Вы знаете, до чего жизнь довела нас? Что наоборот, можно, если бы то, что я хочу сказать сейчас, вы бы узнали об объявлении, может быть, нас и так мало, стало бы еще меньше. Атеизм – страшная вещь. Он въелся уже на уровень подсознания. Вот. Помните, когда-то страшно эти слова к одного из гитлеровских недобитков или добитков? При слове «культура» моя рука тянется к пистолету. Вот. Страшная вещь. Вся история человечества, она пронизана безбожием. Я не буду читать никаких долгих лекций, не буду проповеди, я просто хочу констатировать факт. Вот. За основу я взял эту фотографию, это будет не больше 5 минут, можете на 5 минут уйти на кухню. Вот. Потому что многие уже не в этом мире, они уже не узнают, что у них есть душа, потому что ее нельзя пощупать. А у нас принято считать, что сейчас поймете, что надо обязательно пощупать. И вот эта фотография, это «Здравствуйте, отец Алексий». Вот, прошедшим праздником поздравляю. Я использую вашу фотографию, потому что на этой фотографии много, очень, очень много детей. Это прямо кричит в глаза. И этим детям сразу после церкви, они пойдут в школу, или уже до церкви, в школе уже успели сказать грубое слово, а вот как помягче сказать, зомбировали. Они не знают, верить или не верить. Вот. Зная о том, что души нет, все эти проповеди ваши пройдут мимо их сознания. А потом даст команду убивать, и они пойдут убивать, причем невиновных людей. Это сплошь и рядом, это на всей планете, включая нашу страну. Вот. Нету Бога, нет ответственности. Вот. И вот я не стал бы ничего этого говорить, и сейчас не стал бы ничего этого говорить. Вот я просто взял, и мне надо было. Я хотел, я по-новому изучаю. Ох, а где они у меня эти? Где они у меня? Ох, под рукой нету. В общем, я изучаю снова биологию. Почему? Потому что я чувствую, что вот там очень много ценнейшей информации. Она касается садоводства. Я всего лишь садовод. И тот самоназванный. Вот. Где-то даже проклинаемый. За то, что лишил комфорта, лишил душевной простоты, душевной лени множество людей. Те, которые должны были отвечать за то, чтобы у нас были сады.